В этом году завершится строительство пирса для казахстанских военных кораблей. Работы ведутся на территории Актауского международного морского торгового порта. Площадь объекта более 1 гектара. Причал в 240 метров рассчитан на единовременную швартовку 10 судов. Сейчас военные корабли дислоцируются на арендованном пирсе в поселке Баутино. Это в 140 километрах от военно-морской базы. Наличие собственного причала положительно скажется на боевой и повседневной деятельности военно-морских сил, отмечает в Министерстве обороны Казахстана. И что немаловажно, моряки будут ближе к своим семьям. Сейчас строители уже закончили первый этап земляных работ. Та территория, сейчас, где мы находимся, где-то месяц назад здесь было дно моря. В дальнейшем будет пирс будет продвигаться вглубь моря, где-то на порядка 140 метров, шириной где-то около 20-18 метров, да. По плану у нас запланировано до конца 2016, конец 2016 года. Мы постараемся закончить это в середине года, июнь-июль месяц. Порядка 70 человек здесь задействовано. И все наши казахстанские специалисты.